Руководство клуба пригласило профессионального бродобрея из сети мужских парикмахерских, который в перерыве одного из матчей побрил бороду болельщика настоящим хоккейным коньком. На своих сайтах видео опубликовали американские и канадские телеканалы Fox Sports и TSN, а автор одной из публикаций восхищенно прокомментировал запись. В Канаде до такого додуматься не смогли. Русские сделали это первыми.